Земляне за 3-9 земель сегодня в Татарстане начинают принимать заявки от многодетных семей на выдачу бесплатных участков. Напомню, такое решение парламентарии республики приняли в рамках законодательной инициативы президента России Дмитрия Медведева. Изыскивать наделы будут в границах городских округов и муниципальных районов, в которых и живут родители с детьми. Чтобы получить положенное, маме или папе нужно обратиться в муниципалитет. Иметь при себе паспорта и свидетельство о рождении ребят. Напомню, касается закон только тех семей, где воспитываются несовершеннолетние. Каждый от 6 до 20 соток. Такова норма, прописанная в документе. Все зависит от возможности районов. К примеру, в Тетюшском на 216 семей выделили 60 гектаров. Выделен земельный участок. Блага цивилизации появится наверняка уже даже начиная со следующего года, если будет в заявительном характере сколько-то заявлений, скажем, 10, 15, 20 или 100, там, я не знаю, то муниципальное образование город Тетюши и исполнительный комитет Тетюшского муниципального района обязаны будут подвести туда коммуникации воду, газ, электричество, ну и все коммуникации, которые положены по генеральному плану.